Нурлан, да. Вы довольно симпатичны для казаха. Скажите, пожалуйста, как вы ухаживаете? Следующий вопрос. Вы очень ухоженный и красивый. Скажите, пожалуйста, как вы ухаживаете за своей красотой и своим лицом? А мы все помним. Спасибо за комплимент. Но я никак не ухаживаю за своим лицом. Просто жена пытается что-то там наносить на мое хлебало, пока я телек смотрю. Мне лень просто ухаживать, если честно.